Так, сейчас будет полный разбор жизнедеятельности, истории Саши Древицкого. Сейчас он вам все расскажет, вам хейтерам, чтобы вы там не пиздели, что не знаете. Поехали, Саша. Ну, что сказать. Сегодня тебе вон в том микрорайоне, я тебе показывал, в принципе, по данным, это моя, но я в ней ни разу не учился, в той школе. Она туда переехала. Вот. Просто я учился в старом здании. Вот, кстати. А, вот. Я вот думаю, мне самому себе вопросы задавать по поводу как это. Ну давай, сам себе задавай, сам себе отвечай. Да нет, ну я-то что, я помню, что я должен был сказать. Сначала какой компромат реально. То, что на Ютубе на меня, ну да, допустим, наиболее точный адрес у меня, походу, наверное, в Чехове. Это, по-моему, видно, потому что избу действительно легко выявить. Но дело не в этом. То, что на Ютубе можно найти, в том числе, не знаю, это бред Филькина грамота, говорю. Настоящий компромат, его знают только мои одноклассники. Вот. Это дембельский альбом средней школы. Тут вот всякие фотографии. Даже как? Одноклассники знают. Есть кому-то не обязательно искать одноклассника, в том числе. Хотя бы, если попадется в руки кому-то. Вот этот вот. Дембельский альбом мой. Тут фотки. Моя фотка есть. Это будет реально бомба. Эффект. Ну что... И эту информацию я храню очень долго лет, очень долго, и я боюсь, короче, ее. Также, где еще может встречаться информация? Я учился в лицее на улице Раменки. Блин, ну, а что бояться? На повара я учился, вот. Опять же, кому вот это попадет в руки, это есть компромат. Ну, там, то есть, если там, опять же, однокурсники, реально они... Если они меня помнят, они тоже, потому что это было вот школа, сразу вот лицей, в общем, эти люди знают. Кстати, вот лицей. Тут опять же фотки есть, да? Но фотки я не буду показывать, потому что мало ли. Хотя, потом, что, вот это уже, это диплом о высшем образовании, инженер бродных производства виноделия. Вот тут мои однокурсники, я для них, кем вы меня знаете, я бог, царь и не прочее. Тут еще есть диплом о втором высшем образовании, это в ГУ учился. Ну, кстати, вот по поводу, теперь, знаете, вот сейчас такая тема, многие на Ютубе ролики хранятся, которые, ну там, типа... Какая-то советская тема, там мы хотим, кто-то хочет Советский Союз и прочее, пишут в комментариях, что у них совковое свидетельство о рождении. Кстати, я сделал себе российское свидетельство о рождении. Вот, но это мелочи жизни. А вот это вот, реально. То значит... Нет, тут не только. Тут есть. Да, даже детсадовский дембельский альбом. Вот все. Вот, допустим, вот это реально компромат. Потому что. Ну, детский сад это был, например, очень давно. Но все равно и самый. Как говорится, если эти люди живы, то реально вот. Все. Реально эффект. Разорвавшейся бомбой было бы. Поэтому. Ну, на самом деле. Кстати, что касаемо повара, я. Что нас объединяет с Дон Симоном? Он официант, я учился на бармена. На бармена я учился не для того, чтобы работать, а для того, чтобы разбираться в рюмках, там, вилках и прочее. И вообще. Ну, поваром хотел, но я потом стал виноделом, и поваром больше не хочу. Вот, ну,
А так вот. Блин. Короче, я, короче, что-то, блин. Вроде как бы я говорил по сценарию, блин, что-то я сам запутался. Когда вопросы задают, то оно проще. Че ты?